На фотоснимках знакомые работникам коксогазового завода люди. Коллеги по цеху – те, на кого стоит равняться. Фотографии отсняты сотрудником заводской газеты «Коксохимик» Ириной Алексеевой, распечатаны историко-культурным центром. На доске почета люди висят как бы вот, ну, в почетной одежде, там, в нормальном этом самом. А здесь они на своих рабочих местах. И люди увидят часть производства, где работают эти люди. И вот этот фон, на котором находятся эти люди, они ну, что-то больше раскроют историю завода. Вывеску «Здравствуй, лето» снимают без особого сожаления, и стенды начинают заполняться новыми фотографиями. В каждом кадре современность коксогазового завода, жизнь сегодняшнего дня. Кроме портретов, виды завода. Пройдет время, и эти фотографии станут историей.